Трио, go. Геома, геома, это просто опухоль, доброкачественная опухоль, если все, да? Сосудов. Еще, да? Где вы такие чертёк купили? Тут в очереди. Чертёк. Башмаки? Дали, добрые люди. Дали. А как ты там живешь? Тебя должно на сколько было? А вы выключили? Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие сверны, и спаси, блаже души наша. Благослови нас, Господи, тебе слава веки веков. Аминь. Аминь. Так, следующая молитва в храме будет 19-го утром на крещение. Утро и освящение воды. Вечером я потеряю, я служу там, освящу воду. В пятницу, 19 января на крещение будет здесь. И также в субботу и воскресенье буду здесь. Вот. Это здорово. Так. Ко мне какие вопросы есть у вас? Батюшка, все, уже проехать там у вас нельзя никак, да? Куда? Снега много намело? Нормально. А, ну понятно. Ну то есть урожай будет, должен быть. Не, ну это понятно. Ну по снегу же обычно ориентируемся. Это ничего не значит. Не факт, что ли? Это не факт. Ясно. Вот снег-то может скатиться весь, да, весной и все. Вода.
земля там замерзшая. Жалость. Даже в советское время то и такое были, говорят. Был бы, говорит, дождь и гром, и нам, говорит, не нужен тогда и агроном. Вот так вот. Будет агроном, все, а нет ничего. Ну что, хоть камера, а что мы сделаем? Ничего не сделаем. Как Бог даст? Даст Господь, будет урожай, не даст, не будет урожая, ничего не сделаешь. Вот так вот. Еще какие вопросы? Что там Роман Малыш? Амарея Малыш, ну что? Печально, конечно, его. Началось это пораньше как-то, ну так он еще роптал что-то. Началось все с плоской земли. Вперед. Сдвигался, что земля плоская, не шарообразная, как это, а плоская. Ну ладно. Это пускай. Я уж с ним-то на это и говорил. Я говорю, я не астроном, не знаю. Ну а какая тебе разница для спасения, что плоская она или шарообразная земля? Это как на твое спасение влияет? Влияет. Как будет влиять? Угу. Господь что будет на суде спрашивать? Ты как думал, земля она плоская или шарообразная? Отвечай. А что будет только? Будет, говорит, что огнец держать? Евангелие в руках будет держать, и по нему будет нас судить. Вот. Но это к этому была присказка. Все дальше началось ропот там на меня, на Игнатия Тихоновича, что там он недобро отзывается от мучеников о императоре Николая. Вроде обозвал его, говорит, подкаблучником, что он был. Это. Я говорю, ну, Роман. Ну, об этом все свидетели, что император, да, он был очень кроткий, смиренный был. А императором быть, ну, представьте, ну, вот кто-то был сегодня, вот нас говорят, а вот Путин, ну, по-другому как было? Нельзя, должен царь, должен делать дело какое-то и заботиться о гражданах и охранять государство, чтобы другие, ведь сколько, вы все знаете, сколько сегодня на наше государство имеют на Россию. Все завидуют ей. Почему? Потому что еще до конца, говорит, даже и не оценено, сколько природных ресурсов еще скрыто в России. То, что, говорит, добывали, это еще только... Не, еще в Алтайском крае сейчас будут вести, говорит, разведку, должна быть нефть в Алтайском крае. Вот. Так, это естественно. А в других странах-то нет ничего этого. Взять Японию. Там не добывается ни железа, ни нефть, ни газа, ничего нету. Представь, в других странах, где теперь земля у нас, сколько земли? В Красноярском крае на один квадратный километр приходится 1,2 человека. Самое населенное в Сибири это Кемеровская область, 27,2 человека на квадратный километр. В Алтайском крае, кажется, 13,5 человек на квадратный километр приходит. А в Красноярском крае 1,2 человека на квадратный километр всего. А теперь взять Китай, если там в 10 раз население больше, чем у нас, а территория в несколько раз меньше, то поскольку у них на квадратный километр приходится людей? Это естественно, все завидуют России. Некоторые так уж что-то, ну, как бы сказать, юмористище говорят, говорят, Бог, когда делил землю, то всем, говорит, аршину отмерял народом. А России просто что осталось, сказал, дайте, берите вам, вроде, Россия. Да, ну так это, такое же мистическое, что непонятно. Говорят, что это, да. России то, что осталось, а неразделенно, все отдал Россию. Весь север. Да. Ну вот, дальше началось все, недовольство, особенно коридоры, всякие номера. Узнал, а у вас есть большая медицина, там это... НН. Я говорю, да, конечно, наверное, есть. Но я не писал, я не просил его. Но его и не просит никто, его присваивает, и все. Я пенсию получаю, значит, обязательно это есть номер этот. Тем более, я когда был еще фермером, глава фермерской, там обязательно присваивали номер. Конечно. Были, да. Никто не просил, что пиши заявление, там, что тебе надо или нет. Так у вас и карточки есть НИЛС. Я говорю, а что это такое? Ну вот, это страховая карточка. Зелененькая. А я не знал, как она и называется. НИЛС. Я говорю, есть. Да вы что? Я говорю, да, а что такое? Так это же все, это уже... Подпись дал Антихристу, вроде бы я уже. Это все, это... Роман, ну... Ты что так-то? Еще... Да.
Ну и вот это особенно. Теперь мы, у нас же сколько лет мы были, вот уже 27 лет в Потеряевке. Храм мы построили, а никак мы не оформляли. Ни землю под храм, под школу, ничего. Ну и идет нам, и зачем? Оформить за имущество, платить надо там вроде бы. Да не поэтому, а просто нет, да и нет, никто ничего. А сейчас, когда стали мы школу-то, а где у вас здание? Какое? А где оно здание? А здания-то нет у нас. А как вы школу просите, когда у вас нет ничего? Ну это естественно, нет никаких документов. А где вы будут ученики учиться? Да. Ну вот, а где оно? Да, каких документов нет никаких у нас. Стали мы сейчас оформлять землю и дом этот. Который под школой был? Да, под школой. Ага. Я хотел, чтобы кто-то на другого, мне-то зачем, мне уже осталось немного. А когда стали оформлять, на другого никого нельзя. Почему? Потому что те стены этого развалившегося клуба были когда. Я в 93-м году-то, когда мы стали делать, я обратился к председателю сельского совета и говорю: Василий Федорович, как-то можно? Да берите, оно никому, это брошено. Я говорю: нет, ну вы кому-нибудь бумажку напишите там, поставьте какую-нибудь печать, хоть чтобы было. И он мне написал, что сессия депутатов сельского совета решила безвозмездно передать каркас бывшего колхозного клуба Лапкину Акиму Тихоновичу. Хорошо. Это как бы моя собственность, поэтому оформлять сейчас на меня оформляют. Ну когда оформят, тогда переоформлю на кого-то. Ну, конечно. Уже, да. Так вы оформляете, значит, номер присвоят? Ну, как? Конечно, номер, а как? Все документы идут под номерами. Ну, какой номер? Любой документ, там всегда номер. О, это все, это уже печать Антихриста там и прочее, да. Ну, вот, то я говорю: Роман, ну, интересно. Господь сказал, что бегите, когда будет изгнать из одного города, бегите в другой. Нас никто не гонит вас. Даже тени нет. Отгонители, даже тени нету, не падают. И вы уже бежите. Ну, я в комнате, там красная книга, первая завет, здесь на столе, принеси это, Новый Завет. Да. Я говорю: ну и что же бежать-то, откуда? Зачем? Это все, это печать уже там, и везде печать. Там, да. Все, это нельзя. Ну, еще как-то говорили мы немножко с ним, ага. Там это. А потом он уже приходит мне на днях и говорит: все, я в храм ходить не буду. А что? А раз вы оформляете храм, и будет там номер храма этого, я ходить не буду. Это уже все. Ну там недовольство на Игнатия Тихоновича, он там, что вот там он еретические мысли высказывает. Я говорю: Роман, ну это просто же. Ты найди, какие, где. У нас есть церковный суд, подай в епархию на церковный суд, там, в синод подай жалобу, что это есть. Я говорю: книги-то эти же, он же не прячет нигде там, написал и под матрас бы себе спрятал и спал бы на них. Книги везде есть, в библиотеках есть, у митрополитов православных есть, у многих, у патриарха есть, посланы были. Читать, не читать, мы не можем сказать, но ответ, что получено в канцелярию, есть. Значит, они там есть. Зарубежным, где есть, никто ничего. Да. Ну и ты возьми, ну выступил, подай ты первый, что на суд, открой, что это вот такое, найди что-то. Ну нет ничего же ты. Ну вот в книгах нет, а вот он высказывает там где-то. Ну это его мнение, он высказывает. Я говорю: есть такие святые, которые церковь почитает, а лично его мнение, которое было, церковь не принимает. Это было его мнение, церковь нет. Но как святого его почитают. Вот. Но он не слышит, ничего не слышит. Жаль. Абсолютно. Не хотит слышать. Жаль. Вот, то есть, говорит, где какие храмы не принимают номера, то эти храмы разрушают. Я говорю: где, покажи, где это, чтобы храмы разрушали? Есть, но покажи, есть. Где. Я не знаю. Вот, вы не знаете, вы в интернете не пользуетесь, вы не знаете. Я говорю: вот это хорошо, я не пользуюсь интернетом. Слава Богу. Я не знаю, но у меня есть, говорю, знакомые, священнослужители, друзья, вот, вместе с семинарием в разных епархиях, примерно, ну, скажу, епархий 10, вот, которые. Ну, а у них с другими есть, то есть, идет, где-то бы было, все равно как-то бы узнали, нигде этого нет. Есть, которые были там... После того, как святейший патриарх встретился с Папой Римским, там поздоровался, некоторые не стали поминать. Ну, их просто
Запретили, удалили там, да и все. Кто же храмы-то разрушать будет? Этого нет нигде. Глупости. Да, вот нет, вы не знаете, вот храмы разрушают это. Ну, ну вот так вот на этом, ну и все. Теперь здесь еще, я не слыхал, он говорит, вот знаете, принятый закон Яровой, что... А потом я по новостям услышал это, да. Что будут хранить, значит, разговоры, телефонные разговоры до 3 лет. Будут храниться. То есть, что мы разговариваем, где-то там как-то, ну это, наверное, сегодня это не так трудно, наверное, сохранить это все. Да, конечно. Пока сложно еще. А? Да, пока да. Еще сложно. Ну оно быстро придет к этому, это придет. Сохранять будут это. Ага, вот видите, все это уже антихрист. Ну, я говорю, Роман, о чем тебе, что ты боишься, что сохранят там это, ФСБ сохранит твой разговор, а вот Господь что говорит, говорю вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Аминь. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Да. Вот чего бояться это надо. Вот где сохраняются. Да, вот где сохраняются. Да. И здесь да. Точно скажем, сохраняются они. Говорит, совсем трудно еще это, а здесь не трудно. Какие компьютеры у Господа, все сохраняется. Каждое... Вот бояться, что за каждое слово будем давать ответ. А то, что ты по телефону поговорил и сохранились слова, о, это страшно. Так не говори то, что не следует, не болтай. Аминь. Чего не следует? Ересь. Ну, как в журнале «Душа» есть такой там рассказ. Протестант один решил обратиться в православие-то. И уже к крещению приготовился, спрашивает батюшку. Батюшка, а вот я стану православным-то, то вот это, как это будет... Можно, это будет такое, как у нас было, что вот мы по воскресеньям, братья, собирались, а там и читали Слово Божие и рассуждали об этом. Как и что? Батюшка, говорит, задумался, говорит, нет, брат, этого у тебя не будет. Ну вот жена у меня, она по телефону, когда кем-то все там сводит, то она сразу, сестра, а ты что сегодня прочитала из Евангелия, из Священного Писания? Она говорит такое, а я вот это прочитала. Вот, и как? Они только об этом разговаривают. А вот жена-то моя примет православие. Будет такое, что вот а батюшка опять говорит, нет, брат, не будет этого. Вот о чем нужно заботиться. Какие слова нашего Господа будут там в компьютере в том записаны? А не о том, что ты сказал по телефону и ФСБ где-то там записали твои слова. Это давно, давно еще в 70-х годах во Фрунзе один человек. Мы познакомились, пятидесятник даже. Я смотрю, он ходит так вот, и рот держит открытым. Я говорю, а ты почему так? Да, почему? У меня зуб болел, я пошел, мне пломбу поставили, видать, туда чип запломбировали. Когда я рот, говорит, сжимаю, и мне прямо голоса слышат, и все, даже мысли мои, это все в КГБ передается там это. Поэтому нужно рот держать всегда открытым, чтобы эти замыкания... Замыкания не было, да? Понятно. Контакт. Контакта, чтобы не было, да. Вот так и это. Я говорю, брат, ну не стоит этого бояться, то что. Ну а то, что ты не будешь ходить, ну у нас это, я говорю... Я присмотрюсь к тебе. Тихо. У нас свободно это. Господь никого не принуждал, и мы никого. Господь не... Мог бы сделать, чтобы все порчено, говорю, урывки были верующими завтра. Конечно, мог. Но Господь, приидите ко мне. Не я приведу вас, но приидите ко мне. Господь призывает нас. Кто откликнется на этот голос, тот будет, значит, в числе избранных. Вот. Еще не слышит этого. Абсолютно нет ничего. Я говорю, понимаешь, ты стал на 3-ю ступень уже. Какую? Я говорю, у нас уже это не первый случай такой, поэтому уже такая сохранилась, как бы сказать, форма. Форма. Начинается первое, что ропот. Да. Ропот здесь не так, это не так, что-то ропот. Второе, таится. Угу. Вот ты роптал, сейчас таится ты стал, уже ходить ты не будешь. Угу. А где ты, как ты без церкви? Но я... Найду где-то там, раз в год там съезжу, исповедуюсь, причащуся, где-то там это слетаю вроде бы. Ого-го. Раз в год там
Где-то есть какие-то старцы, где-то там старцы какие-то есть, которые там не принимают ни паспорта, ни какие номера. Все это достанется старцам от него. Ну, вот так вот. Вот такое вот. С Романом такое, значит, случилось. Как познакомиться? Дальше-то что? Он приехал, он не зарегистрировался. Ну, мы как-то так. Ну, а сейчас, я думаю, надо соберем собрание, чтобы зарегистрироваться. Строиться нельзя. Как? Да как ты строиться? Землю надо получить. А зачем мне эти будут там документы, будет номер? Ну, а без этого как? Тебе нет земли, тебе земли нет, я нет разрешения на строительство. Надо узаконить землю. Потом разрешение на строительство взять. Обыкновенно. Обыкновенно? Как это делается все? У нас-то вещь, мы первые были, еще тогда не было, мы строили, а потом узаканивали. А сейчас приняли что? Без этого нельзя. Вот Алешка приехал, Устинов, он сразу оформил землю, разрешение на строительство взял. И ему на строительство полностью выплатили материнский капитал. Да. Полностью он получил, полностью материнский капитал. В это, значит, вложил вот это, в дом-то строить. Да. Все. Поэтому надо оформить. Ну, конечно, дали там, потому что. И он оформил, как он фермерское хозяйство еще. Ага. Вот, да. У него, значит, и бухгалтер есть. Вот там и все. Так, отчет сдает там, что он там продает, что там, ну, выращивает, что там, поросюшку какую там, яйца, что-то, ну. Небольшое, значит, такое как бы. Вот он как фермер. Будет, если будет платить. Пока платить-то нечего. Вот так дальше будет. Он еще молод. Но он не понимает, Роман. Я говорю, без этого нельзя, Роман. Меня уже он лет 5 живет в России, меня Бог охраняет везде нет. Ну, я говорю, интересно, как Бог тебе специальную охрану призвал. ОМОН, божественный ОМОН какой-то, его охраняет со всех сторон. А охранение одно только. Где едешь, где остановили, там сразу, как был у меня родственник один, ездил все этот дальнобойщиком. С Киргизии возил сюда фрукты, там лук чего, здесь что-нибудь наберет, картошки туда увезет. Я говорю, Рамза, а как ты это где? Это надо уметь. Когда подъезжаешь, ГКПП останавливается, смотри, только не просмотри, сколько звездочек на погонах. Значит, уже стакса установлена, сколько звездочек, если там младший лейтенант, то там, может быть, там 100 рублей, там, или 500. Если две звездочки, то уже два раза, три, там, три раза. Вот. Если майор стоит, то там уже больше. Сразу только не ошибись, говорит, что это, да. За тонну. Все. Вот и все. Так и он, вот, не продать, не купить, а сам и продает, и покупает. Почему паспорт у него есть? Да вот я не проверял-то, не знаю. Геннадий Тихонович, а Роман Малыш, когда приехал к нам на крещение, проверяли паспорт? У него есть паспорт? Записывали его данные? Как? Нас все записывали, это там потеряйки посмотреть. Дело в том, что тот Роман, который приехал и который сегодня, это абсолютно разные люди. Еще неделю назад он у батюшки причащался, неделю назад только. Он стремительно падает в бездну. Неделю назад он никаких слов не говорил, причащался. Здесь был, он говорил... Против митрополита Сергия, это уже он, ясно, что у него есть документы. Когда он будет, я не буду ходить. Только один раз в году не будет ходить. За это время, как уехал, меньше месяца прошло. Совсем не буду ходить. Батюшка безблагодатный, вся патриархия безблагодатная. Ереси, патриарх, еретик, и там Иуда. И это все у него. И он на меня еще что? Вы, значит, патриарх, ты считаешь, что вроде бы истинно? Я говорю, конечно, как? Истинно. А вот Игнатий сказал, что католическая церковь – это истинная церковь. Ну а как ты скажешь неистинное? Как? С чего ты взял? Истина у них идет священство. Он это не принимает ничего. У него своя истина. Я говорю, у тебя своя истина какая-то. Ты свою истину какую-то вырастил, вот по ней идет, что истина. Но Господь-то будет судить не по твоей истине, а по своей истине. Так, я еду сейчас посетить Валентину Ивановну. Кравченко, Чернявскую. Ой, поклон ей от нас. Вот.
Значит, ну и все. Значит, запомни, 19-го воскресенье, крещение, утром будет служба и освящение воды. Ну, мы постараемся. И все. Все, Сергей, я едем. Ты просмотри, все, благословляйте. Мне понравится, я сразу в баню. Ты сразу в баню. Я в баню дам. Только того парнишку не банька. Ну, я помню тогда, батюшка пока одевается, поклон всем от Валентины из Казахстана. Она долго разговаривала. Все наши, да, ролики все наши смотрят. Но приехать вряд ли сможет, потому что пенсия маленькая, дорога маленькая. Так, болящая у нас Мария Яковлевна еще лежит в больнице уже 2 недели. Если кто-то хочет ее посетить сегодня, пожалуйста, потому что завтра ее уже выписывают. Она себя неважно чувствует. У Нагаева Мария Яковлевна. У Раисы глаз воспалился. У Раисы Николаевны. Тоже поклон передавать. Ну вот так. Ну остальные все вот так. Алевтина болеет. У нас здесь, ну, Польгуевы не звонили? Нет, Польгуевы. Кто с Польгуевой? Их уже давно. А Вася не звонил? Нет. Сегодня... А Вася никогда. Сегодня, сегодня не его день рождения у Васи. Нет, у него день рождения прямо записано. У него в этом 14 января 1948 года рождения он. Он молодой, еще молодой, да. 15 похоронил правительство. Так, ну, о болящих еще. Я попрошу, братья и сестры, помолиться о моей жене, сестры. Рабе Надежде. Уже почти 2 месяца. Глаз то вирусная инфекция, теперь бактериальная, никак не проходит там. Что такое? Вирусный конъюнктивит и вот это. Да. Помоги, Господи. Еще о болящих, кто у нас болящие? Вот о Фольгуях никто не знает ничего, никто не звонил им, и они никому не звонили. Можно позвонить им. Надо позвонить и спросить, что с ними. Политики на чем? Корень лопуха с медом надо помазать. Спаси Христос. Еще у кого? Что скажешь о Никите, братья? Как у него там дед? Не забывайте молиться о брате Никите, который в армии служит. Все нормально. Все нормально у него? На полевые стрельбы поедут. Ну, тем более надо молиться. Так, еще что? Да? Я вот снова небольшой отчет по тем доходам, сказать, доходам или пожертвованиям, которые люди присылают на лечение Анастасии, нашей сестры. Так как все оповещены, со мной связались, поэтому я имена не буду называть, я написала для Насти. Вы, пожалуйста, молитесь. Спаси всех, Христос, за ваше доброе сердце, за участие. Низкий вам поклон. И еще Мария Игоревна Калашникова в девичестве Барабаш. Всем вам кланяется. Спасибо, Господи. Написала: люблю, скучаю, передавай, говорит, поклон. Так что вот вам поклон от нашей дорогой Марии. И ты передала от нас тоже. Хорошо, поклон. О, забыл я сказать одно. Да. Сегодня исполнилось ровно 40 лет, как в 78 году. Меня рукоположили в дикана. Началось священнослужение. Это было в городе Тобольске. Владыка Максим, Кроха его фамилия. Он уже покойный. 12 лет, кажется, тоже. 14 января 78 года. Помолимся о батюшке, чтобы Господь задумал его довести всю нашу паству, его паству до Царствия Небесного. Много лет. Много лет. Много лет. Много лет. Отцу Филарету. Маменька. Фильмы. Хмель.
еще и самолет. Было так, меня направили к нему секретарь Омской, Новосибирской епархии, отец Александр Пивоваров был, туда, в Омск. И я там две недели у него жил, даже не две, 10 дней. Ну и на этот день мы поехали в Тобольск, полетели там на самолете. На маленьком таком было. Ну и меня был, когда я говорю, не был, но поедем в Тобольск. Ничего не было. Я так помогал, все было там, лотерея немножко. Вот. Но приехали, когда вечером отслужили. Там они служили все. Но я в храме стоял, молился. Ну а после службы, там, где принимали священников, на столах все так хорошо было, там это приготовлено. Там и икра была, там рыба хорошая, это рыбный, да. Ну я думаю, сейчас. Никогда не ел, поем. Только сели за стол, а Владыкина резиденция была через два дома от этого дома. Прибегает его келейник, отец Гавриил Зеленкин был покойный, сейчас тоже умер, он в Москве служил. Так, пошли быстро, Владыка зовет. Я не успел даже начать поесть. И клинку не попробовал. Нет, ничего не попробовал. Ну, пришли, я думаю, что ж такое-то. Ну, а Владыка так он был. Ну, так, наша мирность, как-то он сказал, реши, значит, вас завтра рукоположить. Я так это, ну все, он одевает епитрахиль, ну, поисповедовал меня, ну, все, молись, ничего, значит, не кушай уже. Сорвалось. Вот, думаю, не повезло так. Наоборот, повезло. По-человечески. А утром пришли на службу, там началось. А я службы-то, я и не знал ее службы-то как. Ну, был немножко, я порядок службы не знал совершенно. Вот потом меня схватили, повели, этот Евтихий, он был, Ваня тогда, и подьякон Ваня, Миша, его брат там еще Николай, Коля Луки, они и подьяконы. Вот меня схватили, что-то надели, что-то какой-то чайник мне дали в руки, к иконе лицом повернули, стой, служба идет, а я стою. С чайником. С чайником. Ну, так положено там поэтому. Ну, понятно. Они бегают, вы что, забыли про него? Я стой. Ну я стою, Уже чайник тяжелый, полотенце здесь. Я тогда взял полотенце под чайник, и уже у меня чайник как бы на шее висел. Здорово. Это уже инженерная мысль. Да. А потом там что-то протодиакон, помню, меня это кланялся, поклонился туда, сюда. Все. Вот так вот. Интересно. А чайник-то зачем был? Ну, там по... Мыть надо. Потом руки там отшли. С водой чайник не простой, а с водой такой. Большой чайник. Там литра два воды. Ну, вот так вот было такое. Ну и все. Игнатий, пока хорошо, я напомню, какие были препятствия, чтобы ему рукополагаться. Перед этим мы жили, я, брат Павел и отец Аким, батюшка, это тоже такое, мы все одинаково были. У отца Александра Пивоварова на дому, он нас учил, говорит, не знаю службу. Мы службу правили, там уже и кадила в руках. Я там управили в комнате, а когда в храме... Ну да, ну да. И вот случилось так, батюшка... Стал одеяло стряхивать, где мне зубы, а там висел большой абажур, толстый такой, и он лопнул от удара. И они полетели, осколки, вот так как стекануло его, и только вену не разрезал, она вот так вот пульсирует, помнишь? Так у меня сейчас такой срам. Например. Вот такой вот. А я лежал лицом кверху, еще не встал-то. И они упали мимо меня, а все тут она прямо протнула, говорится, до этого. А такое тяжеленное это. Но тут не все. Когда мы закончили, пришли, так, батюшка, вот главное-то препятствие, что отправлять к этому... архиепископу Максим, меня первого должны были. Мы договорились. Уже шили на меня подрясник, я надел, вот и в этот вечер я должен был бы туда отправляться к нему. Уже договорились. Я так отряхнулся, постоял. Что-то не то, я говорю, снимаю и говорю, нет, я не поеду. Вот препятствие-то где было, я бы у вас был священником, вот вы горе хлебнули бы. По полной программе. Слава тебе, Господи. Слава Богу за все. За все благодарите Бога. Тебе такова воля, а вас, Божия, во Христе Иисусе. Главное, приятно сейчас вспоминать через 40 лет, да? В обществе верных. Детей надо, наверное, сюда. Толкование. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Ну, давайте я буду читать, Сергей. А, Сергей. Костян. Ну, да. Читай.
На одной из трех. Они уже начитались. Евангелие, вы теперь все равно почетнее, чем вы. Кто бы все вы ненавидели, бывает строгого такого. У нас с первой к восьмой, да? Евангелие от Марка. Первая глава с 1 по 8 стих. Первый и второй стихи читаем. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Толкование, блаженный Феофилакт. Иоанна, последнего из пророков, евангелист представляет началом Евангелия Сына Божия, потому что конец Ветхого есть начало Нового Завета. Что касается свидетельства о предтече, то оно взято из двух пророков. Из Малахии, 3 глава, 1 стих, и Исаии, 40 глава, 3 стих. «Глас вопиющего в пустыне» и прочее. Это слова Бога Отца к Сыну. Он именует предтечу ангелом за его ангельскую и почти бесплотную жизнь и за возвещение и указание грядущего Христа. Иоанн уготовлял путь Господень, приготовляя посредством крещения души иудеев к принятию Христа пред лицом твоим. Значит, близок к тебе ангел твой. Этим означается родственная близость предтечи ко Христу, так как и перед царями шествуют преимущественно родственные особы. Глас вопиющего в пустыне, то есть в пустыне Иорданской, а еще более в синагоге иудейской, которая была пуста в отношении к добру. Путь означает Новый Завет, а стези – Ветхий, как неоднократно нарушаемый иудеями. К пути, то есть к Новому Завету, они должны были приготовиться, а стези Ветхого исправить. Так, сейчас мы с вами прочитаем комментарий Игнатия Тихоновича на слова «Новый Завет» и «Ветхий Завет». Интересно было бы посмотреть на священников, которые решились бы проповедовать прямо по Слову Божию. Вообразим, что такое-то где-то случится в третьем тысячелетии хотя бы один раз. Батюшка решился бы изъяснить Священное Писание, как и блаженный Феофилакт, и дошел бы до этого места, где говорится о Библии, Ветхом и Новом Завете. Не просто говорить об этих путях и стезях, если по ним сам никогда не ходил. Стоит только начать проповедовать прямо по толкованию Феофилакта на это место, и другие его собратья прозовут его баптистом и сектантом. Приходилось не раз встречаться с такой ситуацией, когда за проповедь одного священника остальные ополчаются на него и просят архиерея или убрать его, или запретить. Когда Феофан Затворник своей огромной ученостью и знанием языков дошел до перевода Семена Нового Богослова, то перо выпало из его рук. С великой скорбью пишет он об этом, что отложил сей труд и не решился довести его до русской паствы во избежание соблазна. Какой соблазн? Того, что, прочитав этого подвижника, простые люди, если поверят ему, то тотчас же и признают свое неверие и потеряют всякую надежду на спасение. Так пусть уж остается все так, как есть. И остаются эти стежки-дорожки нехоженными, а пастыри оказались не руководителями и поводырями для слепых, а сами ослепли, не читая Библии. Путь в Царство Небесное один – Святая Библия. И так понимали все святые отцы, а сегодня на тысячу православных, проходивших всю жизнь в храмы, при всем желании и розыске не обрящешь ни единого. Кто знал бы толкование святых отцов церкви на Новый Завет? Книги толкования сегодня издаются и продаются свободно, но авторитет их для православных, как и авторитет Библии, на нуле. Все подменили новыми канонизациями, явлениями державных икон, крестными ходами,
мироточениями и многим другим, о чем в Библии нет ни единого слова. А значит, пастыри ведут свою паству не по путям и стезям, проложенным Господом, а непроходимыми дебрями, где нога Господня не ступала ни разу. Псалом 118-113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Иеремия 6 глава 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Марка 1 глава 3-4 стихи. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым и сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов». Толкование блаженного Феофилакта. Иоанново крещение не имело отпущения грехов, а вводило для людей одно покаяние. Но как же Марк говорит здесь «для отпущения грехов»? На это отвечаем, что Иоанн проповедовал крещение покаяния, а эта проповедь к чему вела? К отпущению грехов, то есть к крещению Христову, которое заключало уже в себе и отпущение грехов. Когда мы говорим, например, что такой-то пришел перед царем, повелевая приготовить пищу для царя, то разумеем, что исполняющие это повеление бывают облагодетельствованы царем. Так и здесь. Предтеча проповедовал крещение покаяния для того, чтобы люди, покаявшись и принявшие Христа, получили оставление грехов. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Сегодня абсолютно везде упор делается на необходимость крещения, но проходит оно без всякой подготовки. Феофилакт же четко показывает, что проповедь ведет и к отпущению грехов, и к крещению Христову. 5-6 стихи Евангелия от Марка, 1 глава. «И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед». Толкование блаженного Феофилакта. Мы уже говорили об этом в Евангелии от Матфея. Теперь же скажем только о том, что там упущено. Именно, что Иоаннова одежда была знамением сетования. И пророк показывал таким образом, что кающийся должно плакать, так как вретище обыкновенно служит знаком плача. Кожаный же пояс означает омертвелость иудейского народа. Равно пища Иоаннова указывает здесь, конечно, на воздержание, была вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев, которые не ели чистых птиц небесных, то есть не помышляли ни о чем высоком, а питались только словом возвышенным и направленным в горе. Но теперь упадающим долу, ибо саранча, то есть акрида, есть такое насекомое, которая прыгает вверх, а потом опять падает на землю. Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть пророками. Но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением. Хотя евреи и думали, что они разумеют и постигают Писание. Они имели Писание, как бы некоторый мед, но не трудились над ним и не исследовали их. Комментарий Игната Тихоновича Лапкина. Эти последние слова блаженного толкователя сказаны прямо о православных. Какими бы они ни были во все века, Запад не породил и сотой доли ересей, как православный Восток. И вся причина только в одном, что не вкушали мед Писаний и не трудились над исследованием Библии, не искали ответа прямо от Господа в Слове Божьем. Как в древнем Израиле Слово Божие было утеряно, и только случайно нашли его сборщики денег глубоко в ящике под слоем мусора. Так и у нас Слово Божие скрыто под человеческими вымыслами, а народ оставлен блуждать и неподготовленным подходит к лжекрещению или совсем уходит в ересь. 2 Паралипоменон, 34 глава, 14 стих. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Халкия, священник, нашел книгу закона Господня,
данную рукою Моисея. Марка, 1 глава, 7-8 стихи. «И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Толкование блаженный Феофилакт. «Я, говорит, недостоин быть даже самым последним рабом его, который бы разрешил ремень, то есть узел на ремне обуви его. Понимает, впрочем, и так. Все приходившие и крестившиеся от Иоанна разрешились посредством покаяния от уз грехов своих, когда веровали во Христа. Таким образом, Иоанн у всех разрешил ремни и узы греховные, а у Иисуса не мог разрешить такого ремня, потому что у него и не нашел всего ремня, то есть греха». Слава Господу! Во веки веков. Аминь. Слава тебе, Господи, слава. Аллилуйя. Еще помните о рабе Анастасии постоянно. О, вот ты что? Позавчера поели зуб восьмерку, который был источником инфекции. Поела. Температура время от времени подскакивает. Ну, был один день хорошо, два плохо. Так что молитесь постоянно. О рабе Сергии, братья нашим из Воронежа, тоже помните его маме Татьяне. Помните всегда. Еще болящий, кто у нас остался не упомянут. Всех упомянули. А Юлия помолится. А Юлия, Юлия, конечно. Юлия, наша сестра, болеет. Молитесь. А детишки? А дети-то... Агафья тоже? Слава Богу. Нет, нормально. Ну, слава Богу. Агафья поправилась, слава Богу. О детях молиться не будем. Ну, они же не болеют. Игорь Тихонович, вам слово. Я пройдусь, потому что говорено было. Вот вопрос задали о романе. Потеряевка-то это все-таки не два года, а уже... Что, батюшка сказал сегодня, сколько, 27, что ли? Нет. С 91-го года? Ну, так вот, я считаю. Ну, 27? Будет, присмотрим. Будет, да. 26 вот. Сейчас. Уезжали, уезжали, там Горбунов начал выпивать, собрание собрали, отказали, выехал. И никого не было, вот столь, чтобы мне близок был, как Роман. Он работник. Понимаете, он не просто, вот как приезжает человек и где-то ждет, он работает. Кому-то там сорвало крышу, вот, ну, там, не Анила, я не вижу ее сегодня. Он уже там помогает. Нынче, как он нам помог, это никто в Потеряевке не смог бы. У него машина такая, джип называется, но она ломается еще. Привезти, отвезти бульдозериста, дождь, не дождь сюда. Нам нужны сваи. Он первый натаскал. Ну, даже не выскажешь, где он что помогал нам, особенно мне. Ну, мне-то как, я потому что не для себя. Это пруды там возились где-то. Поэтому не забудьте, помолитесь. Так молимся. Мы молимся так, чтобы Господь отогнал его духа лжи, особый сильный дух лжи. Где бы какая ложь ни была, мгновенно ее хватает. Это не свойственно человеку. И глаза делаются совершенно как ненормальные. Он даже не понимает. Я говорю, я глянь в зеркало сразу. Снялось. Ну смотри, ты видишь, это ты другой делаешься. Это подтверждают даже те, которые смотрели. Я не унизить его, только говорю. Я печалюсь за него. Вот если бы он согласился сейчас беседовать, вот здесь были, и сказал, давайте беседовать, ну, две минуты. Говоришь, я... А вопрос задавать, если полгода, потому что время было одинаковое. Я бы сказал, ты вот сюда ехал, почему ты сюда приехал? Все-таки Украина, с Украины, это не просто так. Был московский там где-то до этого. Ты что, да нашел я, что ты так и говорил. Значит, изменились-то не мы, мы-то остались те же самые. Мы ни грамма, ни пункта не изменили. У нас устав везде. Я тут уставу подчиняюсь это. Что не так? Книги есть, но ты не прочитал, теперь прочитал там. Да кто? Волков там, Шимко, что написали, что я говорю, что когда Христос совершал первую литургию, это вечер, а пресники были, пресные, не квасные. Ну, это мое мнение. Но я же не говорю, батюшка, если квасные, я не буду причащаться. У меня и мыслей такого нету. Но я говорю это. Это на что он сейчас успел прочитать, что они... Он именно оттуда взял, с интернета, и прямо обозленные такие слова, и начал подыскиваться. Но виноват во всем я. Когда занятия вел Сергей Павлович, в это время он начал там одно и то же наворачивать. Ну, никуда не едется, я строго сказал с ним. И он сразу отошел и начал копать. И просто мгновенно, как будто мы не были никогда близкими такими. Дух лжи. Я с первого дня говорил ему. Если кто не знает, это особый дух
подсылаются. Считайте книги царств, и там написано. Он мгновенно один, но входит в уста всех. Бывает у одного целый легион, а этот один на всех, дух лжи. Почему так, я этого не знаю. Вы знаете, когда пришел там за Михеем, сыном Имлая, собирались идти на войну, идти, не идти, начинать на войну против там Сирии или где-то. Все говорят, идите, победишь. На царя опасается Израиль, это еврейский, это иудейский, говорит, а если еще кто-нибудь пророк, есть один, да я не люблю его. А почему? Да он обо мне никогда не говорит хорошего. Смысл какой? Неправильно не говорит, а хорошего, да ты предатель. Как о тебе хорошее говорит? И посыльного послали, ну, секретарь епархии, тот прибежал, все говорят положительно. Ну, скажи, как все, ну День Победы, все уже предсказал Хвольсон, этот, занимался этим, Мессинг-то, Вольф. Ну и ты тоже скажи. Он сразу ответил, скажу то, что скажет Господь Бог. Все замолкло. И когда пришел, и он говорит, ну, вызвали, говори. Вот что бы он сказал? Сказал, не ходи, тебе там смерть. Он не так. Он сразу говорит о деле. О деле надо главное. Так, видел я. Народ весь как овцы рассыпались. И нет у них пастуха. Что он сказал-то? Тот сразу зверился. Но я говорил, никогда обо мне не говорит. То есть он над синодом, император-то в России, главный на церкви. Ты ему это сказал. Он понял, о нем речь идет. Видел я это. А как ты видел? Дух лжи вошел в уста. Вот их сколько у вас пророков здесь? 450 парторгов собрались. И все единодушно говорят. Он говорит, я видел, дух вошел в уста всех. И все лгут. А по какой дороге он отошел? Размахнулся, ударил. Бегать будешь, говорит, пятый угол искать, тогда ты узнаешь. Так все и случилось. Вы знаете, кто его ударил, там какой человек, читайте Библию. Вот это самый дух лжи. Я ему сказал, когда о плоской земле говорили и прочее. Космонавты, у нас тоже Алексей Загуляев-то увлечен этим. Вы не думайте. Он полностью принял до того момента, как плоская земля. Я говорю, ну как же космонавты? Были космонавты, есть, но летать никто не летал. Их, с ними договорились, им зарплату платят космонавтам, но никто никуда не летал. Ну, понимаете, это Алексей мне говорит. Алексей Загуляев. Еще раз говорю. И притом они усиленно стараются каждому это навязать. Ну а как же так? То еще в древние до Христа уже определяли, сколько до Луны, до Солнца, определяли как. Они в разных местах Земли колодцы, и когда Солнце в зените, какой там угол наклона, и по нему определяли, докуда тень доходит. Ну, простейший способ. Определяют. Я ему сказал, Роман, что Земля круглая, я тебе докажу в течение одного дня. Давай, собирайся, поедем на Байкал. Единственное место на Земле, которое соответствует всему. То есть совершенно ровная поверхность, она горами окруженная. И когда застынет, это не лодка, а лед. И вот Земля-то круглая, но она большая, так незаметно. 4 километра 800 метров. Если у тебя 1,72 м, вот у меня, допустим, рост такой есть. И видно только на 4,800 м. Если дальше, а дальше как видно, мы сделаем рамку 2 на 2 метра, каркасик такой, и все затянем красной материей. Бинокли возьмем с собой, две табуретки. И вот теперь отойдем от берега хотя бы на 6 километров, а туда везде, тоже в Байкал где-то, совершенно идеально ровная поверхность. С этим он еще соглашается, что ровная. Я карты достал из интернета. Ну, теперь, ты смотришь оттуда. Ну, не, ну, два сделаем так, оттуда смотри. Ты видишь? Видишь. Ты по телефону говоришь, да, я хорошо вижу. Теперь я отхожу 200 метров дальше, не видишь. Куда она делась? Ну, потому что далеко, бинокль. Ну, бинокль, смотри, бинокля нету. Теперь встань на ту ветку, и ты сразу увидел. Ну, из-за бугра-то она теперь, ты же поднялся. Потому это уже таблица вымеренная. Если это пятый этаж, то видно на 14 километров. Если самолет летит, там, ну, высота 7000 метров, видно на 80 километров, дальше уже не видно. Вот и все, Земля круглая, ты увидишь. Теперь смотри, вот ровная поверхность. Адмирал Кузнецов, когда пошел в Сирию, корабль, и там идут корабли. И показывается, из-за горизонта одни торчки торчат, мачты. А корабля нету. Он ближе, ближе корабль появляется, как из воды поднимается. Ну, это почему не видно? Ну, потому что это корабль далек. Ну, как мачту видно, корабль не видно. Ну, корабль-то меньше мачты. У него длина-то 200 метров, а в этой-то, ну, вот больше нету. Ну, вот закруглый, никак. Я говорю, ну, поехали, не поехал. Сейчас бы он уже и готов был. Больше у него ничего не было. Но когда он
в то время сильно что-то такое у него началось, как... Я говорю, Роман, ты сейчас на меня идешь-то, а тебе это не полезно. Между прочим, я говорю, тебе скажу, что без последствий не будет. Он что-то начал говорить-то. Он мгновенно слег, как будто я его ударил, парализовал, и он лежал двое суток, лежал у меня. Я говорю, у меня за стенкой живет Надежда Васильевна. Как только она не так, что пару дней отдай. Она ложится и врачей вызывает, и все, она рядом. Иди посоветуйся с ней. Не я это делаю. Ну не трожь, я ни себе не принадлежу. Два дня лежал здоровый, крепкий мужик, лежал, лежит, глазами моргает, и как будто нету. Это не просто так, а лежал он в первой комнате, ему там вторые нары эти, ну как сказать, палате дал. Он на них был. О нем помолиться. Просто каждый день взывайте. Потому что на этом он не остановится. Теперь он находит, какая бы бабка, что ни сказала в интернете. А я видела во сне. Он сразу берет и мне скидывает ролик. Смотри, вот одна видела во сне. Ну, бабка видела во сне. Бредни пьяных старух ты собираешь-то. Теперь находятся другие. Знак, знаете, они скрыли шестерки где-то везде. Вот берут ковры, узоры разные. А вот если маленько добавить, и сразу здесь бомбопед. И видно, что дьявол, рога. И они ковры собирают и показывают, бензином обливают и жгут ковры. Он сразу, вот что надо делать. Но я боюсь, чтобы у меня под ногами ковер-то нет. Кроме того, у них сход, даже стоит Алексей здесь. Я загуляю, обращаюсь. Дух один и тот же. И он, ну, эти врата царские-то. Ну, а там же дерево, на нем-то извилины всякие. Он в этих что-то увидел. Я говорю, Алексей, это что ты выдумываешь что? Ну, это естественно, идут, волокна идут, дерево-то. Нет, что-то тут есть, что-то ему. То есть, и тогда еще завихрения уже эти были. Тут мгновенно сошлись. Если не знаете, знаете, о чем помолиться. Алексей слишком тоже много добра сделал. Уже захвачены. Дальше я не знаю. Он уехал по Теряевке, вот приезжал когда. Он начал там против собора говорить, потом патриарх, Иуда. Это... Я говорю, ты что, сдурел или что? Да кто же такие слова? Не злословь начальствующего в народе. Что он не знает, отвечает неправильно. Это слова, я подтверждаю, что отвечает на вопросы не так, как надо. Ну, ты-то куда дальше-то полез-то? Это не стена подбеленная, ты его ругаешь просто. Ну, если паспорт есть, и тем более биометрические там данные, за рубежец ездили, то там обязательно в кабинете в каком-то сидишь, аппарат направляет, и незримо они на лбу и на правой руке знаки ставят. Это они так учат. Я тогда достаю по скайпу, помнишь, говорю, я достал паспорт и показываю. Вот у меня заграничный паспорт. Проехали всю Европу. Как это? А у нас отношения-то хорошие. Он мгновенно говорит, ну, значит, исключение бывает. Для меня одного исключения сделали там, в кабинете. Они вдруг выключили, паспорт дали, но нанести мне не стали. То есть, ну, как ребенок. Почему же мне не дали это исключение-то? Как Сергей-то тоже увлечен, вот Попков, вот, Пупков-то сидит. Тоже из себя Пупка строить начал. Но я говорю, как, на правую руку начало, и он сильно говорит, чтобы не перекрестился. Я, смотрите, помните, я вон там вот сидел, где девочки сидят. И а вот Сергей здесь, я говорю, смотри на меня во имя Иисуса Христа. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Все тоже какой-то Сергей быстро оттуда выбрался. Так было? Да. Ну вот он еще тут скрывает. Я не унизить хочу, а показываю, где надо, найди, где это есть. И он был здесь и говорит, это значит, знак этот есть и у Сергия митрополита. И когда он приедет, больше я в храм не приду. Я говорю, ты чего? Такого архиерея, может, в стране больше нету. Всю обстановку изменил. И, ну, это твое дело, но ты только потеряешь. И вот уехал сколько тут, когда? Ну, месяц только, когда дрова складывали-то. И за это время у него просто погружение идет. Все, и батюшка не такой, и ходить не буду. И... Крещение-то он принимал здесь. Батюшка говорит, ты ровно неделю назад причащался. За одну неделю у него такие изменения. И поэтому это дух лжи. Просто вы, если не представляете это... Ну, читайте Евангелие, вы увидите, как он много делает зла. Он, человек бросается куда. Я Игорю сказал, смотри, он у тебя увидит где-то там шестерка, а ее нету, в паспорте находит, как бы он вас не поджег. То есть за его нормальность я абсолютно не ручаюсь уже. Они ни перед чем не останавливаются, эти люди. Ну, я не... Именно, главное, определитель не продать, не купить. Кто не дался, ему не продать, не купить. Ну, ты столько что продал машину, только что полный КамАЗ с прицепом купил тут все, что для дома надо. Он совершенно не слышит. Ему говоришь, на саду раз, глаза кверху. И я говорил, и я только сейчас это сказал. Что сказал? Он не знает даже, что я сказал. Он мгновенно ему как шибером закрывает дьявол, и он не слышит. Ну, доводы, которые я даю, не то, что неотразимые, они единственные.
где церковь тогда? А он какого-то нашел, там какой-то отлученный, там от церкви, это не церковные люди совершенно. И он кому угодно пойдет причащаться. Как однажды муж одной жене сказал, я тебе говорю, а мне в город надо ехать. Ты готова, говорит, черт, на спину скачите, за рога схватиться, лишь бы только уехать. Я сказал, нет, и все кончено. Здесь не скажешь. Ну, как правило, эти люди разведенные, и были разведенные, и не единожды. Я нахожу, что общее, в чем сатана находит повреждение мозгов. Разведенные. И ничего нигде нету. Я немножко хотел сказать сегодня о собаках. Давайте. Это дело непростое. Мне из Москвы звонят раз, другой. Почему на меня выше, я не знаю. Я с собаками занимался, и не просто так на площадке, а уголовный розыск. И ту, которую вот Сергей высшие награды получает, вот если у человека десятилетка, а потом университет. Так мы сдавали, называлось высшее образование собаки. Следовая, когда не видели, слепой след. Где-то сказали, и она должна найти, и теперь где-то он пересек речку, там где-то мы должны найти его. У меня собака была, и она тут занятие специально послали человека, он дважды Барнаул коту перешел, и потом ранжирный парк, и там колодец такой, который, ну, вот колодцы эти, бетон. Он залез и железной крышкой закрылся. Мы его сразу нашли. То есть ваша, вот что сегодня у них как показывает, это, ну, может быть, третий, четвертый класс школы начальной. Настолько у нас это серьезно занимали, взрыв, пакеты, как с обратной стороны напасть, на, ну, это да, даже не выразишь, что у нас занятия какие были. Собаки нужны, но беспризорно везде уничтожаются. Они спрашивают, что делать. Они берут кормить. Вы нищим дайте зарплату, пенсию достойную. Сколько? А они там плодятся. Ну, может, там это все это сделать, чтобы не было. Но они куда? По какой закон? Берут, ну, определили. Ну, сколько там держат, недели две. Помните, БИМ, там, черного выхода. Ну, и вот. Если хозяин не нашелся там, приходит туда, значит, заплати за то, что держали полгода за кормежку. Поймали, время тратили специальные люди. А нет, остальные просто пристреливают и все. Меня одно время пригласили на это дело, но у меня ружье. Я вышел, ну, с детства с ружьем вырос-то. Я в один день переколотил все, нет ничего. И Аникий великий, словом великий, в церкви только 17 человек. Василий великий, Аникий. И там были собаки. И он определил, что это бесы зашли в них. И он пошел и всех до одной переколотил в окрестностях. Святым так и остался. За собак его не отлучили, к собакам не бросили. И Иоанники великий. Так вот спрашивает, что делать. Значит, один ответ. Они должны иметь хозяина или быть уничтожены. Я в Америке был, много ездили. Никак от океана до океана. Ну, где, посмотрите, где Вашингтон, где Сакраменто, где Лос-Анджелес, ну, где этот Голливуд. И ни одной собаки нигде не видел. Я жил в Синоде, я однажды в окно смотрю, женщина идет, ну собаки небольшие, пять, и все на поводках. Пройдешь, где-то собаки есть, нарисована собака, человек стоит с этим совком, подметает, $100. Ваши собаки где угодно отправляются, песочницы там не выпустить, $100, сто. Если это заповедник где-то, там парк, и там бросил окурок, $1000, а 1000 это, ну по-нашему 60 тысяч. Это очень накладно. Значит, а если собака забежит в храм, собака сделала оскверненным храм. Это правило. Кошка ходит, а не одинаковая кошка-собака, а кошка ничего, в алтаре может быть, и ничего нет. А после собаки освещать надо. Но это живая. А если дохлую собаку затащишь? Ну, конечно, то же самое. А что у нее у собаки? Шкуры главное. Да главное, мы видим шкуры. Я подговариваюсь, под шапки под ваши. Шапок этих своих собачьих и других там животных не заносите в храм. Где-то там оставляйте, где раздеваетесь. Не надо. Я не вижу, а мне говорят, вы боретесь с собаками, а собачатина на вас там в храме. Я не видел, виноват. Больше, чтобы этого не было. Хорошо слышали? Смысл понятен. Это собака и зверь, и нечистый, и не разрешается это. Не разрешается. Игнатий Ильич, ну до конца-то это же не собачатина у них. Ну, дала разницы никакой. А, ну и другой разговор. Так и скажите. Так. Просто животные. Не заносить. А кто, где, у кого собачья шапка? Я говорю, только о шапках. Нет, ну, хотя бы внешне шапка. Скажите, я слышал, и легко это сделаю. А знаете, почему шапки? Да потому что мимикрия. Здесь одеваетесь вы как, ну, ангелы, посмотреть на вас. А вы что, скорее, шапку что-то надела. Так,
шапку и пошла. А у мусульман, у них этого нет. Да не надо, не придумайте, не прибавляйся, сказал. Вон там, где женщина раздевается, положи, потом наденешь. Игнатий Ильич, так норка это кот. Я не закончил сейчас. Что на меня так несет вас? Ну, придумайте. Ну, не надо потом скажешь, придумали, ну. Придумали, сказал, сало не ест. Ну, зачем перебивать, это культурно. Ты сколько выступаешь, идет, я же ни разу тебя не прервал. Ни разу, никогда. Да ладно, понятно. Ну, зачем это дерзить-то? Дерзость – мать всех пороков, Златоуст говорит. Мать всех пороков. Запомните, дерзость – мать всех пороков. И занятия, когда идут, я ни разу, там у Сергея, ни разу. Сергей скажет, Игнатий Тихонович, скажите, как тут? Тогда я выхожу. Ни разу нигде. Дай я на секунду. А сам 5 минут там или еще. Никогда нигде. Зачем? Не востребован. Здесь конкретно мне сказали сказать, я встал. Сказал, о чем сказать. Значит, о собаках один вопрос. Шапки не заносить туда. Просьба моя. Как такое, как отбил, чтобы свинину не приносили сюда на столы. Перестали носить, все. А кто любил свинину, заболели. Даже удивительно как. Я же не могу это не соединять вместе. Не надо. Оно не полезно для желчного пузыря, для всего. Дальше. У нас 19 января будет пятница, я правильно понял? Да, да. Там в коридоре что у нас написано? В первое воскресенье, день общины. Это очень важный момент. Для нас община, вот кто не заходит здесь, сначала они в шлюзе стояли здесь рядом, теперь в коридоре, а теперь убегают. Их просто нету здесь. Эти люди при этом все хорошие. Но им разницы нет, куда ходить. Просто прийти отстоять, в любой храм отстоять. Но мы-то все родные, близкие, собираемся, принимаем участие, о чем-то молиться. Они как будто не нуждаются. И уже между собой сегодня послал Виктор Андреевич. Иди скажи, ни один не пошевелился. Я вижу, стоят разговаривают, кто-то сразу на кухню и начинает там с ними. Мы с этой кухни потеряли сразу десяток человек уже. Перечислять фамилии надо. То есть надо, то еще что-то. А дальше разговаривали, и дальше уже пошло без благословения, и мы людей потеряли. Почему? Община не нужна. Ну, может быть, и до некоторой степени и лучше лишний балласт иметь. Подготовьте какой-то материал, слово сказать об общине. Некоторые написали, у нас нашлось в общей сложности 84 человека, которые ходили на занятия. И вот это 15-16 том, здесь все это написано. Ни один священник сегодня этого сделать не может. Мы сказали, как ты к Богу пришел, напиши, и как в общину. У нас главное все 100% крещенных в полное погружение. И здесь вот здесь написано. Кого не написано? У тебя не написано? Написано. Не было. Написала? Да. Принеси. Кто не написал еще? Никита, как пришел к Богу? Как знаете, пришел в общину? У меня же в 21-м томе написано. В 21-м? Ну, все, значит, это... А, вот на этом, предвещением, да? Ну да. Ну, у кого нет, кто может, а так напишите, вы оставите память. Вы знаете, как свидетельство. Это попадает книга в Америку, из Америки один звонит, а там написано телефон, и он звонит. Кто? Мария Яковлевна. И батюшка поехал. И он звонит ей, баптист, и говорит, вот а вы, Мария Яковлевна, я. Это вы сами написали, как к Богу пришли? Да, у православных такого нету. Уходил. Бабушка водила и прочее. А она ему сразу начала говорить, а ты кто? Я баптист. Так вы не церковь совсем, вы придите, покайтесь. И она начала его, а он там проповедник такой знатный. Она мгновенно начала, пожалуйста, Нагаева. И это из-за чего? Из-за того, что здесь было напечатано. Не бойтесь. Те, которые боятся, там или ничего не было обращения. Я причины-то знаю, какие есть. Вот скажите, за последний год, какие на вас были нападки где-нибудь? От соседей, в интернете, от родственников. Такие нападки, чтобы вас материли и унижали, и лгали на вас, и распространяли ложь. Поднимите руку. С кем было? Так, сколько примерно за год человек вас так с вами поступило? Ну, кроме сына, кто? Кроме сына, они ругали меня. Ну, кто? Сколько человек за год? Сколько? Я не считал. Ну там. Сколько, ну сколько? Ну в интернете комментарии-то, что их там как, ну сам же читал. Это не просто комментарии, просто не согласен, одно дело, другое дело, когда он клевещет и распространяет. Я почему-то считаю, что больше, чем на меня никого нет. Нет, конечно, на вас. И вы не знаете, даже не представляете, утром я встаю, допустим, на 7 роликов вышли.
А роликов-то не 9300. 9300, ни у кого вообще в интернете нету столько роликов. При том, что-то все они духовные, Анна Кронштадтская, Игнатий Плещанинов, сейчас идет, я выставляю насчитанное толкование апокалипсиса, ну, Библия там, ну, все. Я попросил Никиту, Никита со мной, он разбирается в этом деле, и раскопал где куда, которых я блокирую, кажется, в черный список. 3500. 3500 – это почти два полка военных. Я никогда не... Я знал, что ну, люди лопаются просто от злобы. Вот мы сидим, попросили, а что вы завтракаете? Ну, мы сразу завтра сфотографировали, поставили. Скажи, навалом идут. Почти 100 тысяч уже зашло. Ну, чтобы понять, много или мало это, 100 тысяч, ну, ты подумай. Просмотров на бед. И вот отрицательно, ну, показываем, что едим. Происхождения нету. Всякую мерзость говорят. Мерзость. Даже вообразить нельзя. Почему? Ненависть. Предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Исидор Пилсиот. Злоба вообще отнимает разум. Он не знает даже, что говорит. Видит маленькие дети. Он начинает такие слова говорить. То есть он мысленно где-то насилует каждого ребенка. И все это выражает. И вот знаете, есть ругательство. Да пошел ты на, там, на три буквы где-то. И теперь, которые в интернете, они сделали так, чтобы сама система высчитывала матерок. Но его можно спрягать, можно там еще добавить слово там какое-то. И оказывалось 103 значения эти от трехбуквенного ругательства на букву. 103 значения, вариации разные. И система их сразу берет в отдельно, а меня предупреждает. К вам пришли такие, ругаются, мы не уничтожили. Посмотрите, сами решите. Это вообще удивительно. Сама система автоматически, но они еще даже на эти 103 еще какой-то вывод сделают, и это слово пропускает по другим. А таких-то всего, которые ругательны, больше тысячи. И система больше тысячи слов вылавливает, и в отдельный ящик, чтобы другие это не видели, эту гадость-то. А нам интернет не нужен. Вот я вот только сейчас уже на этой неделе узнал. Посчитал и посмотрел. Ну, чтобы понять... Не знаю, кто там высчитывал, и говорят, что что-то на этой неделе, за две недели невероятно делается. Кто-то где-то работает или меня поносит. Чем выше рангом поносят, тем больше людей к нам приходит. Дворкин выступил там где-то на рождественских чтениях, в международных чтениях-то. И прямо одна тема, посвященная мне, какую-то женщину, там этот Сергей Дудин там написал, Анна Владимировна говорит, и Дворкин, что делать? Давайте обратимся в Роспотребнадзор. Это они натравили на меня-то. Это патриархия. Я их называю кодлы. Это прямо я обратились в органы, и то органы побудили здесь, и КГБ все подняли. А ничего нету. Они еще раз оскоромились, как говорится, и в грязь пали туда. И вот эти люди, которые что-то подсматривают, ищут, священники. Мы были в одном месте, село Клочки Рябихинского района. Ну и там нас не хотели пускать, то другое. Никто, только священник. Я по ходу, ну исследую, я этим занимаюсь это. Ребятишек маленьких подговорили, они на телефон у меня. И почти круглосуточно матерками. Матерятся, хохочут и... Ну помолились, Бог убрал. Если столько много, то что? Оказывается, за последнее вот это время... У меня, ну, подписчик на ваш... Ну, люди заходят. Сколько подписчиков? 5, 10, 20, больше? Да нет. Ну, кто тебя знает-то? У нас подписчиков за последнюю только неделю 1000 пришло. На нашей Ютубе больше 1000 за, ну, полторы недели. Это вообще невероятно. Я говорю, наверное, ни у кого столько, чтобы узнать надо. И там пожелали, чтобы каждое, которое выставляли ролик, чтобы на него домой поступил. Я не в курсе, но подписчик он получает. Я правильно говорю? Нет. К нему материалы поступают. А их уже 11 тысяч, кажется, 100. Теперь, просмотров, которые смотрят, 11 миллионов. Это наши ресурсы. И чуть не каждый день находятся люди, которые пишут, через ваши ресурсы мы узнали, уже 3 года смотрим, мы там были сектантами, мы пришли к православию. То есть у нас работа идет не в университете, а дальше. Если бы все люди, которые обратились за год, мы бы 3 дома таких надо строить рядом. А у нас... Ну, свои рядом. И не смотрят даже. Мы такие богатые материалы выставляем.
Это у нас 9300 сегодня роликов-то. И еще что. Нужно научиться держаться за ризу Христа. Есть такое выражение, говорит, не отцеплюсь, Господи, что со мной не делай, а я буду держаться. И вот, если так мы верим, Господь говорит, любишь меня, соблюдите слово мое. Надо проверять себя по слову Божьему. Договорили о романе, сардарах слово Божие. Третья книга Ездора, 11.32, написано. И дана власть ему на всем земном шаре. Я говорю, это как? Ну, это надо смотреть, как перевели. То есть ни одного слова не знает, ни греческого, ни никакого. Но написано на всем земном шаре. Шар, что такое? А шар, он теперь находит. А шар, это одна же крыша, крылья, там виде черепицы. Ну, земной шар какой? Черепицы? Земной шар. Что тут непонятно-то? Ну, а сверху она видит, говорит, над кругом земным. И дальше повесил земным на чем? Как повесил? Это означает, она висит, вот, получается, так и есть где-то. Слово Божие говорит, а пророк Исаия говорит. У Иова мы об этом читаем. И мы должны научиться в разговоре опираться на определенные места Писания. Допустим, вот нас останавливают мусульмане. Сразу человек 10. И видно, что очень они недовольны, что мы тут остановились. Николая нету вот этого? Нет. Нету. И Виктора нету здесь. Но оказывается, они копают правительственный тоннель. И вывозят туда дальше из-под земли, а мы остановились прям вплотную к ним, к стенке. И они сразу вышли, кто такие, и позвонили уже их там начальство, кто там приехало. Стали разговаривать. И они нам, значит, задают вопросы, а кто такой пророк последний, ну, по их известный, кто пришел, у кого-то. Я говорю, последние пророки, это Енох и Илья. Они придут, они не знают вообще ничего, не знают. И вот у них есть книга священная, в которые они верят. И мало или много этих мусульман? 2 миллиарда. 2 миллиарда. И вот Мария, допустим, они называют не Мария, а Марьям. А почему? Если она, эта книга у вас от Бога, свыше дана, Джабраил, то есть Архангел Гавриил принес, то мог ли он наговорить то, что у вас там написано? Как он мог сказать? Нет. А теперь они находят все наше Писание, Библия, вся искаженная. А он умер только в 632 году. И до него никто не знал правильный путь, ни апостолу, никто. А теперь заново дается. То есть, ну, они по Писанию это не могут. Никогда на это не идти. Где-то мы можем, ну, отойти в сторонку. Здесь никак. Так говорит Господь Бог, как пророк Михей сказал. И это им засвидетельствовать. Марьям, он, оказывается, кто им там говорил писать эту книгу, их священную это, что Марьям это сестра Моисея. И что она родная сестра Богородицы, а между ними 1600 лет. Ну. 1600 лет. Ну, не может она быть родной-то сестрой его. Марьям. А ее Марьям, он-то к Марии теперь относит. Меня интересует только, почему Иисуса Иса. То есть, видимо, греческие там были колонии, и они Иса и говорили. Хотя Ешуа. Еша, тогда бы не замешаны греки. Видимо, через греков. По одной букве я нахожу, определяю. Должны сказать. Деяния апостолов. 4.12. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Засвидетельствуй. Да они убьют. Это временно, это награда. Но ты должен сказать. Запомните 2-3 стиха. Евангелие от Иоанна 3.36. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Все. И хорошо запомните. Наш Бог Иегова и Аллах это совершенно разные личности. Это не одно и то же. Ни одно же. Ни по смыслу, ни почему. Ну, допустим, у нас бывает, мужчина разойдется с женщиной, а потом, ну, одумается, да и сойдется. В Библии об этом говорится. Иеремия 3 глава. И говорит, если женщина там оставлена была, то можете она вернуться. И дальше говорит, не осквернилась ли бы вся земля. То есть это настолько нехорошо, даже говорить нельзя. А у них наоборот. Если он развелся, а потом они помирились, то она не может вернуться к нему, когда между ними не будет прокладка, пока дополнительно не выйдет за кого-то замуж, как бы одна ночь. Чтобы муж что-то сквернил, и тогда она может вернуться к своему мужу. То есть абсолютно противоположно. У нас даже думать нельзя о том, чтобы так было. А у них наоборот. Ну и таких моментов много. Вы не бойтесь сказать, не произнося ничего. Просто скажите, я христианин,
И я знаю, апостол Павел говорит, кто будет говорить не так, хотя бы апостолы пришли, ангел пришел. Галатам 1:8-9. Анафема ему. Слышали это? Анафема. Кто бы это ни был, кто написал, кто анафема. Я не могу от этого выйти. Написано или сказано, вопреки, если учить не так, как мы учили, Павел говорит, анафема. Хотя бы ангел с неба, неизвестный Гавриил, архангел Михаил, не имеет значения, анафема. Павел и взял такие величины, как мы все апостолы, или ангел придет. Анафема. Научитесь произносить это имя очень в редких случаях, а именно вот здесь. Кто не любит Господа и не любит слово, и анафема. Но это все на православных. Анафема падает. Мы говорили все время о болезнях. Болезни надо исследовать. У нас об этом речи как будто нету. Болеешь, а почему болеешь? Да у меня, знаете, у меня ноги вот так вот, а там пальцы вот как-то наросли. Я один вопрос задаю. Ходила в узкой обуви? Да. Ходила на каблуках? Ходила. Вот как нога поставлена. И разъехались. А теперь надо там приложить, что-то уйдет. Никуда оно не уйдет. Это кость. Что-то где-то уменьшится. Ты скажи, через эту болезнь Бог побуждает меня к покаянию. Ходила там в площадку? Ходила. Что спрашиваешь еще дальше-то? Болезнь любая, она там что-то где-то. Сегодня гигиенится, чем больше, тем больше болезней лезут. Не в гигиене, гигиена нужна, но все в разумных пределах. Как Толстой описывал это, говорит, готовы взять там спринцовку в рот и с ней ходить. И на себя надеть костюм водолаза, чтобы ни оттуда микроб не пристал. Вот она у него жена, тоже, наверное, к врачебному делу дело имеет, да? Вот он стоит, лучший наш врач. Это он мне, говорит, соборуется, он меня соборует. Я ни разу на собору не был, Виктор Андреевич у меня соборует. Он придет, посмотрит, и не каждое лекарство на пользу пойдет. Сегодня об этом сколько говорят. У меня знакомые лечили, лечили, умерла, вскрыли. Совершенно, говорит, не ту болезнь лечили. Николай Нестерович. Вот как. И вот она заболела, простенько переходит в другую болезнь, в третью. А результат-то вы еще не знаете, какой будет. У меня знакомая одна была, бабушка. И она держала такая маленькая из биологии, картинка внутренности человека. Я говорю, это зачем? Ну, когда болит, я тогда смотрю туда, пальцем сюда, и... А что там болит у меня? Вот здесь болит. О, пещеночка моя болит. Все. Еще... Зачем? Бог дал, Бог взял. И она только узнавала по этой, в каком органе болит. Никогда не обращалась. Хотя во врачах польза большая. Благоразумно не будет пренебрегать. Зато у ссылки я, говорит, искал лучших врачей. И поэтому, рассуждая о болезни, вы к каждому подходите и говорите, сестра, может, что-нибудь подумать надо? Подумать, поискать. Не только в телесном, но в духовном. В духовном. Вот сейчас он есть, его раз, лег, два дня лежит. И лежит, глазами моргает, никуда не идет. Я говорю, что лежишь-то? Все, парализовано. Надо смотреть, откуда это происходит. Исследуйте самих себя, верили вы. Видите, как в одном месте покусился, а о плоской земле здесь говорили. И Игорь был здесь, все доказывали, никого не принял, нету. Дальше уже началось по скользкой, вниз. И уже неостановимо, и ничего нет. Никак. Никак. Только Бог может остановить это безумие. Притом совершенное безумие. Всех объявите еретиками, а я правильно, я какого-то найду, я поеду. Это уже от Стерлигова. Он так одного знает епископа, но никому не говорит. И вот смотрите, когда люди где-то встречаются вам, допустим, баптисты кто-то, скажите, а вы крещение принимали? Принимали. А как крестили вас? Ну, как крестили? Ну, написано, крещение в смерть. А вы почему не креститесь? Вы видели, как вот, допустим, я вот книга, ну, посмотрите, что книгу просто покажу. Вот с двух сторон стоят эти, которые называются пресвитерами, они никто, самозванцы. То они берут, а человек стоит, руки сложит, благоговейный, он уверовал, а вот так опрокидывает, и вот так вот листом кверху, а под воду идет. Вы видели это, нет? Да. Это не в смерть. Я говорю, а вы знаете, как смерть? Вот бежит человек, пуля попала, он упал вниз лицом, но другой опрокинулся назад. Стоя, чтобы убили, и стоял, такого не бывает. А Христос умер стоя. Почему? Он прибит, он не мог упасть. И он мертвый, уже труп висит. Мы крестились в смерть. Считай послание к Римлянам. Мы крестились в смерть. Вы почему в смерть не крестите? Я долбил, сейчас гляжу, сектанты многие стали крестить, как у нас крестят. Я никак не ожидал. А то, говорит, ничего нельзя сделать.
Я на это ответ один имею. А да ничего не начинали делать. А крещение в полное погружение, ну, минимум, ну, 45 лет я примерно. На каждую Пасху всем архиереям посылал. Сейчас чуть не в каждой епархии строят. Купили, но не крестят. Закрыли мраморными плитами. Ну, а зачем, когда разница есть? Ладошкой по голове или кисточкой, батюшка там сбрызнул и все. Никогда на это не идите. Крещение в смерть. Крещение означает погружение и только стоя. И на самом маленьком Господь нашел несколько сектантов, когда говорил. Они увидели, что у них ничего нету. У меня одна знакомая, очень близкая. По компьютеру рядом сказала нехорошее слово. Ну, нехорошее такое, что ну, не положено говорить-то. Только сказала, сгорел компьютер. Приходят наши программисты, пытаются сделать, ничего никто не может сделать. Куда только не носило, я не знаю, чем это кончилось. Будьте очень осторожны в словах. Лишний раз, ну, проверяй себя. Стоило тебе это говорить? Теперь уже 100 раз покаялась. Да зачем это? Я беру факты конкретные. Поэтому исследуйте самих себя, верили. Ой. У нас идет занятие, Сергей Павлович ведет воскресенье и два... Воскресенье и среда и пятница. Да. Кто из вас ходит на эти занятия? Понятно. С Австралии приходят, с Америки, а наших нету. Из наших вот Игорь Владимирович. Температуру там поднимает нам. Еще не так. Сказал, все нормально. Так, приходите, пока есть эта возможность. Ну вот. Сестры, я подумал вот о чем. Батюшка приезжает на крещение, и в первое воскресенье он уезжает, он может сразу уехать. В этот день обдумайте, как сделать торжество. Торжество не только для духа, но и для брюха. Потому что тут на крещение в пятницу сказать, послезавтра будет первое воскресенье. Но это ничего не там, мы условно сказали так. Чтобы приготовили материал какой-то, сказали, высказались. Может, завтра этого не будет. Тем более у нас все записывается, выставляется, и люди ждут. Ждут даже самые маленькие какие-то у нас известия, и ждут. Вас Бог избрал для того, чтобы мы шли. Мы не знали ничего, священникам дают наши ресурсы, и священники начинают проповедовать, говорить. Я получаю эти известия. Так что молитесь, чтобы наши ресурсы сохранились. Богу нашему слава во веки веков. Да ковры храните, чтобы не нашли шестерку. Сжигаю. Подождите, дайте вопрос поднять. Говори. По словам Игната Тихоновича, поднимаю вопрос. Если туда никакие шкурные шапки нельзя заносить, вы куда их будете носить? Так имеется в виду собачьи или любого животного? Да. Дело все в том, что я хотел как раз сказать о породах. Игнат Тихонович всех собаки. Животных уже отнес к собакам. Вот, допустим, есть нейтральные Овечки. Животные, которые и не псовые, и не кошачьи. Они псовые есть кошачьи. Вот писец, это какое животное? На кого она похожа больше? На лису. Правильно, вот она правильно сказала. Это пес. Писец. А норка это уже кошачья. А рысь это кто? Собака или кошка? Киска. Молодцы, вот все знают ее. Почему? Потому что она похожа на кошку, а некоторые не похожи. Овечка, шуба мутоновая. У нас, я хочу так сказать, у нас здесь я ни одной собачьей не видел в шапке. Есть, может быть, приближенные какие-то к псовым. А норка это кошачья. Это 100% не собака, не псовая. А лиса? Так что кто лиса, там соблазняется это, в Москве? Это, кстати, хотел сказать, лиса это не гиена. Это две непонятные особи. У них своя порода. Гиены и лиса. Отдельно стоящие. Она и не к псам, и не к кошкам не относится. По своим там критериям. Да вот ветеринар есть она. Я на собачьих-то у нас нет шапок. Я на собачьих нету, поэтому дальше. Решаем, и так как у нас есть эти все постановления, добавляем 11-й пункт, не заносить никаких меховых изделий. Все. Только бороду не трогайте. Все, бороду не дам трогать. Она борода это мой шерсть моя. А сапоги на меху. А сапоги я тоже, да. Еще маленькие. Да, тихо, слушаем. Я вот это и сказал. Чем это исследовать? Ничего нет. Вот муж говорит, собирается,
Жена говорит, что копаешься? Я не пойму, рубашка свежая или не свежая? Да просто бери другую. Вот. Что исследует какой? Меховой туда не заносить, ставьте шапки. Я шапка, ты только шапка. Себя в чем-то ущемите немножко. Вот мы идем здесь с сестрой Татьяны. Навстречу идет женщина. Видно, что она с мышкой выйдет. Сразу видно, одета по-мусульмански в хиджабе в Барнауле. И она в Барнауле, она не переодевается. Вот у нас есть сестры, которые никогда не меняют эту форму. Форма-то какая? Она говорящая. Вот у них сумели это сделать, у мусульман? Да, сумели. Повторяю, сейчас статистика пришла. В 13-летнем возрасте уже половой жизнью живут где-то 15%. К 16 годам 80-85% потерявшие девственность. Ну, когда там Гальберг это пишет, Гитлеру дали данные, когда увозили отсюда, с Украины, других, молодежь туда, и исследовали, почти 98% девственности до 20 лет. И Гитлеру сделали докладную записку. Дорогой фюрер, у народа этого необыкновенная забота о женском роде. Такой народ непобедим. Даже, а что? Вы не знаете даже силу матки. Анвар Садат когда говорил, нам не нужны атомные бомбы, мы взорвем весь мир. Это матка наших женщин. Вот оно и есть. Уже во Франции других уже до 50% одни мусульмане. Они уже диктуют законы свои, которые принимать. Вы услышали один раз, ну... Только здесь переодеваются, платье поддернул, выше колена побежала. Да какая твоя вера? У нас пояса в деревне. Никто не имеет в городе или где быть в поясе. Сколько борьбы было. Девочки там, мальчики, все должны это сказать. Женщины в платках. Все как-то приняли. Но на другое мы не можем говорить. У нас ну нет этого закона. А там потерявки приняты. Вот это сказали, да что ты выбирать-то? Сказали меховой, да положи. Да хоть месяц один испытайте себя. По-настоящему одетые, как женщины в платках, многие из вас так ходят. А это уже начало проповеди. Мы едем, поехали тут в больницу. А вы что, ваххабитка? А какая она ваххабитка? Это православная христианка. Так одевается в хиджабках у нас. Дальше уже начинается беседа, разговор. С бородой идет. А что это за общество? Все с бородами. Ну там пьяного нас задержали, он врезался в эти... Ехал, куча дров лежала, бревна, то он оттуда выпал, так было. Расколотил там себе, говорит, шалобан. И сидит и бурчит. Ролик выставили. Ну и люди говорят, а что это за секта? Это староверы. Староверы. Если с бородами, староверы. Значит, староверы сумели это сохранить. А мы чем хуже? Вот у нас борода четко, ясно, без бороды, значит, он прищищаться к чаше не будет. Соглашенными будет стоять. Ну, маленько себя ущемите. Мне первый раз пришлось услышать такое против свинины. У адвентистов 7-го дня я выступал. На встречу прилетел профессор даже у них в Заокской академии. Когда мы разговаривали, я говорю, а почему? Нечистая. Соблазн. Я твердо решил, исследовать никогда не буду. Никакого мяса в рот больше не возьму. И все. Больше ни разу. Ни одного кусочка. Ну и обошлось, слава Богу. Вот это самое правильное решение. Все. Песнопение занятие. Да не всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в Тане, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение и занятия. Спасибо, Христос.
Ну вы же не доказали. Так, Зоя, еще придете? Постарайся быть. Ты еще сейчас списка. Что, ты остаешься сюда? Да, я слышал. Давай. Что-то плаваешь в бассейне?